Итак, аудит сайта по продаже краски для волос. Краситель ламинирующий. Итак, антоцианин, такое название краски специализированной для окраски волос. И здесь, в принципе, такой специфический товар для специалистов, я так понимаю, салон красоты, возможно, частных мастеров, которые занимаются вот окрашиванием, да, там прическами. А в целом по сайту какой вопрос? Здесь, значит, сверху все неплохо сделано, достаточно. Есть контакты, причем кликабельные телефоны, видно. Доставка по России. Нету, минус то, что нету, так скажем, дескриптора, понятно. Здесь написано официальный дистрибьютор. Антоцианин. В принципе, это как дескриптор может быть. Ну, в принципе, да, нормально. Так, здесь дальше у нас идет, здесь идет меню. Вот это здесь сразу минус. Почему? Здесь многостраничный сайт. Если мы хотим, допустим, продвигать краску для волос, именно вот эту, да, антоцианин, то нам лучше убрать вот эти все вещи, то есть ссылки, которые ведут куда-то в другое место. А лучше информацию, самую важную, которая там есть, как применять, например, доставка, все это сделать в виде лендинга или одностраничного сайта, когда человек, листая, всю информацию здесь может посмотреть и делать его просто длиннее чуть. И может заказать, например, или что-то там, например, выбрать цвет там и так далее. Получить пробный какой-то. Или заказать уже конкретно его с доставкой. Узнать стоимость доставки в свой регион, например, и так далее. Вот. Это лучше работает, потому что вы уже проверяли, например, есть такой инструмент WebVisor, который, и там карта кликов, который позволяет посмотреть, куда люди больше кликают и где больше просматривают. И вот на основе этих экспериментов мы выделили, что когда вот есть такое меню, люди, заходя, стараются тоже перейти куда-то, что-то посмотреть, и могут не листать, допустим. Поэтому мы часто не советуем так делать. Вот такое меню здесь. Потом дальше. Здесь есть заголовок определенный, да, и расшифровка антоцианин, ламинирующий краситель нового поколения. В принципе, хорошо. 50 ярких оттенков. Есть фон, да, это волосы в разный цвет покрашены, неплохо, но по заголовку можно улучшить, например, можно написать антоцианин, ламинирующий краситель нового поколения для специалистов там, по прическам, или там для специалистов салонов красоты, например, или там краситель антоцианин, там, ламинирующий краситель антоцианин, с доставкой по России и СНГ для специалистов салонов красоты, ну что-то такое, да? 50 ярких оттенков, там какие-то еще преимущества, и там выбрать свой цвет. То есть, чтобы было понятно, что это, где это и для кого это. Да? То есть, например, что это антоцианин, это специальная краска, которая предназначена для того, для того, с доставкой туда. То есть, чтобы в заголовке сразу было понятно, где можно заказать. Если человек заходит, допустим, из Иркутска, он понимает, что может заказать к себе, допустим. И также понимает, что, например, для него как раз подходит, потому что он это искал. Ну, к примеру, так. Выбрать свой цвет. Здесь кнопка, но она, так скажем, сделана незаметной. Наоборот, все кнопки должны ярко отличаться по цвету от всего остального текста. Здесь получается, что и цвет белый, как и заголовок, и окантовка белая. То есть кнопка должна быть яркой. Вот все остальное может быть там белым цветом текст или черным цветом текст. А кнопка должна быть каким-нибудь красным, синим, зеленым, там, не знаю, оранжевым. То есть потому что она является элементом, на который нужно нажимать. Вот здесь она не выделена. И она просто переводит на другую страницу, где можно заказать. Объем выбрать. Так, цвет. Классно, что здесь есть вот они сами цвета и количество, да? В принципе, неплохо, да, в корзину. Угу. Ну, честно, насчет корзины, да, что здесь лучше сделать? То есть, так как здесь в основном продается только эта краска, я так понимаю, да? И суть... Ну да, и что-то еще продается, да?
то можно сразу здесь сделать, допустим, заявку на покупку, например, еще номер телефона и кнопка «Заказать». И тогда с ним бы связались. Или здесь может быть покупка прямо, оплата прямо, да, здесь оформить заказ, да, скорее всего, здесь оплата идет, да. Тогда понятно, тогда, в принципе, все ясно. Так, продолжим дальше по самой странице. Здесь скидочная программа, так. Пользуйтесь, если вы новым технологиям, крашеный волос. Обучение. Ну, то есть здесь обучение немножко, здесь уже это другая тема, да? Скидочная программа, накапливайте бонусы. И здесь какой-то текст. Какой-то текст. Но сразу скажу, такие текста мало кто будет читать. Это больше может быть там для SEO, да, но так человек реально не читает. То есть для поисковых систем, возможно, это хорошо, но мы сделаем сайт для человека, а читать он не будет. И, как я говорил, сделать здесь преимущество конкретно, почему нужно его покупать, почему именно у вас покупать, и о том, что вы доставляете, в какие города. Можно сделать отзывы, там фотографии с этим, фотографии специалистов, которые вот в руках держат эту краску. Отзывы, что там, как она там прокрашивает, что быстро доставлено. Можно отзывы в виде скриншотов из соцсетей, например, скриншоты из Инстаграма, где там отзыв идет, или из какой-то других соцсетей. Потом, например, можно сделать здесь заявку на, чтобы получить каталог всех оттенков там и так далее. Ну, то есть вот, он же, я так понял, разных цветов есть, там разных объемов. И прямо такой сделать 3D-модель такой каталога самого, да, эту брошюру, может быть, такой глянцевый журнал. И где вот эти все оттенки изображены с ценами, там, со стоимостью и так далее. И чтобы можно было скачать ее в обмен на контакт. Допустим, оставьте почту, телефон, мы вам пришлем там, WhatsApp или по почте вот этот наш каталог краски. В общем, так. А здесь дальше есть другие еще средства. Тут я тоже бы расположил их просто на одной странице. То есть, например, здесь сделать как такие товары, ну, несколько штук, да, то есть вот эти все, которые есть продукция, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И сама краска, да, ну, краска входит. Ну, то есть здесь все их можно расположить здесь. Там 8, 9, да. То есть в три ряда по три. Ну, остается один свободный. Но суть такая, что можно идти здесь расположить, чтобы человек, допустим, заходит, ища эту краску, и может конкретно все к ней подобрать. И кисти, там, и что там еще. И шампунь, и кондиционер, и там миска, и так далее, ножницы. То есть это сразу здесь на одном экране сделать. Вот это было бы идеально. Ну и другие конверсионные блоки. Можно в конце, допустим, что при заказе, допустим, сразу трех этих вот красок, да, допустим, или там пяти, то идет как там кондиционер в подарок, допустим, если при заказе там с сайта, да, то есть какой-то бонус за объемную покупку, или там покупаете краску, там три краски, два кондиционера, то вам там идет что-то еще, то есть комплект какой-то предложить в конце сайта, чтобы уже закрыть человека, или, к примеру, предложить для специалистов, которые используют эта краска, какую-то бонусную систему, что зарегистрируйтесь, например, в конце, да, что если вы специалист, там, то зарегистрируйтесь и в нашей базе там, парикмахеров или стилистов и получите доступ к оптовым ценам на антоцианин, допустим, ну и там все остальные вот эти вот, в общем, ну как это называется, сопутствующие, да, материалы. То есть это интересно было бы, потому что наверняка же это профессиональная краска, пользуются специалисты. И такое предложение было бы интересно. То есть, типа, вступить в клуб, образно, да, или наш специалистов, который пользуется этой краской, и вы получите доступ к оптовым ценам только, ну, только вот для специалистов. Ну, это круто звучит, и люди запишут, что там нужно телефон оставить. А все, получили телефон, дальше уже можно звонить и по определенному скрипту, допустим, связываться и узнать, где там, какой салон, в каком городе, какой там проходимость у них, сколько краски они, в принципе, готовы там месяц приобретать. И для них уже индивидуальные цены какие-то там предложить, например. Или какой-то постоянных так, клиентов найти. То есть это такие общие моменты, которые я так решил накидать вот в
целом на аудите. Тоже смотрел ключевые фразы, как я понял, что Россия и СНГ, в принципе, достаточно много запросов собрал, ну так, общий в ширину около 10 тысяч, что вполне достаточно, особенно учитывая, что это такой термин специфический, и здесь нету двухсмысленных каких-то моментов, поэтому тут очень неплохо можно собрать заявок, но, как я говорю, нужно сайт, конечно, делать чуть по-другому, чтобы он реально конвертировал очень хорошо. И здесь сделать несколько призывов, возможно, действия. Например, вверху, как говорили, выбрать цвет, и внизу какой-нибудь там в середине про получение полного каталога, и в конце спеццены для специалистов, типа клуб специалистов, что-то такое. Это будет классно работать.